Ваше право знать больше. Таков девиз газеты «Гомельские ведомости». Современная журналистика, новости города, события в стране, деятельность органов местной власти, депутатского корпуса, аналитика, интервью и фоторепортажи о гомельчанах и предприятиях. Отдельный блок – обратная связь с читателями, помощь в решении их проблем. Секрет отличной работы динамично развивающегося информационного издания заключен в 7 слагаемых успеха. Команда. Собраться вместе есть начало, работать вместе есть успех. Генри Форд. Сотрудники газеты – творческие и креативные люди, искренне любящие свой город. Внимание направлено на различные темы. Политика, экономика, общество, законодательство, образование, здоровый образ жизни и многие другие. Коллектив работает так, чтобы, открывая газету или сайт, горожане видели в каждом из журналистов человека, готового решить проблему, проинформировать о самых главных событиях или стать на какое-то время добрым собеседником. Менеджмент. Наш исторический выбор – независимая, сильная и процветающая Беларусь. Александр Лукашенко. Работа над созданием газеты проходит в активной связке с горисполкомом и горсоветом Гомеля. Особое внимание уделяется освещению деятельности главы города, отделов и управлений горисполкома, инициативам депутатского корпуса. Информация о важных проектах, масштабных процессах. Журналисты «Гомельских ведомостей» всегда в центре внимания и событий. Читатели. «Все стерпит бумага, но не читатель» – Жозеф Жуберн. Еженедельный тираж газеты составляет 60 тысяч экземпляров. Жители города над Сожем – главные герои публикаций. Проекты «Когда труд крут», «Спецы молодцы», «Инклюзивный город», «Поколение Next», «101 шаг» – далеко не полный перечень рубрик, полюбившихся гомельчанам. А популярные «Батьковщина» и «Головный экспонат» – показатель бережного отношения журналистов к истории родного города и страны. Оставаясь преданными изданию, гомельчане узнают все самое важное, интересное и актуальное о своем городе. Профессионалы. Журналист – это чистильщик улиц, работающий пером. Наполеон Бонапарт. Журналистами газеты завоевано 17 дипломов национального конкурса «Золотая литера». Дарья Моложавская трижды входила в тройку лучших репортеров Беларуси. Активно освещает темы экологии и истории Гомеля, поднимает острые социальные вопросы. У Дмитрия Чернявского 19 наград. Он трижды входил в тройку лучших журналистов Беларуси. Лауреат конкурса за проекты о Великой Отечественной войне. Много работает в незаслуженно забытом литературном жанре фельетоне. Проект Игоря Степанцова «Ведомости спорт» удостоен гран-при конкурса «Золотая литера». Уникальный контент, более 40 полос, интервью со спортсменами, тренерами, публикации о всех спортивных событиях Гомеля. Успех талантливых репортеров закономерен. Есть у кого перенимать опыт. 34 года в журналистике Сергей Вершинин. В творческом багаже более 10 книг о спорте. Более 30 лет отдали профессии Евгения Мироновская и Василий Дубик. Но молодое поколение – это настоящие профессионалы. Они остро и эффективно работают на благо города, на благо нашей страны. Это будущее газеты. Медийный вектор. Если ваш бизнес не представлен в интернете, то он будет вне бизнеса. Билл Гейтс. Освоение новых технологий позволило газете войти в десятку лучших электронных медиа Беларуси. Сегодня сайт газеты – это автономный источник новостей. За 2022 год количество просмотров составило 4 миллиона 320 тысяч. Количество визитов на сайт – более 1,5 миллионов. На платформе newsgomel.by размещено более 12 тысяч новостей. Активно развиваются социальные сети издания. «Гомельские ведомости» успешно позиционируют газету во ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассниках, Фейсбук, Телеграм, Ютуб и других сетях.
новые горизонты. Газеты «Секундные стрелки истории». Артур Шопенгауэр. Коллектив газеты постоянно в творческом поиске, ищет новые профессиональные подходы и методики. Блиц-опросы, видео-челленджи, онлайн-включения из пресс-центра, международные телемосты, новые тематические полосы и проекты. Газета делается совместно с горожанами, и в этом секрет ее популярности в Гомеле. Любимый Гомель. Читатели любят гомельские ведомости за оперативную информацию, интересные факты из истории родного города, подробное освещение событий и внимание к проблемным вопросам, яркие истории жизни обычных людей, которые выходят из-под пера журналистов. Если гомельчанин держит в руках ведомости, это значит, что он держит в руках ключ к спокойствию и уверенности в завтрашнем дне.